Привет, друзья! С вами Растафари. Обновление «Месть Кзарки» успешно запустили, а вместе с ним запустили парочку ивентов, о которых мы сегодня и поговорим. Для начала я хотел бы посоветовать вам посмотреть канал моего друга Bentley777. В основном он снимает крутые гайды и обзоры по танкам, а также безумно крутую аналитику по заработку известных ютуберов. Заходите и подписывайтесь на него. Ссылка в описании. Итак, друзья, вместе с запуском Мидии добавили и новый игровой класс Ронин. Ивент «Путь самурая» связан с его прокачкой. Взяв 11 уровень, во вкладке «Достижений» в окне вашего персонажа вы получите набор премиум и комфорт на один день. За 22-й дадут одну ивентовую коробку, за 33-й еще две коробки, ну и за 44-й еще три. Все эти достижения и коробки можно забрать любым персонажем, так что смело вперед качаем блейдеров-твинков. А учитывая, что софткап таки подняли, хоть Гимнет и продолжает даже сегодня говорить, что нет, то взять этот 44-й блейдером – дело одного вечера даже для простых кузуальных игроков. Так что вперед, всем качаться. В этих коробках с подарком может быть топовая бижутерия, неплохие камушки ценой в несколько миллионов, обычные заточки для брони и оружия, даже заточки для брони на 16+. А также свитки призывных боссов. Свои коробки я только что открыл, но, к сожалению, ничего интересного, кроме 6 обычных заточек, не получил. Пишите в комментариях обязательно, что упало вам. Кроме вот такого ивента с элементом рандома добавили еще один. Называется он «Старый костюм. Новое применение». Я уже снимал видео по аналогичному ивенту на Корее, так что буду краток. У кузнеца в окне разбивания предметов появилась еще одна кнопка. Нажав ее, откроется специальное окно, в которое можно закинуть ненужный вам кусок костюма или внешки для оружия. Разбив его, вы получите несколько предметов «Протест Ваукса». Падает он в премиум инвентарь и фактически работает как дополнительный бонус к шансу заточки. Аналогично тому, что вы получаете после неудачной точки. Максимум можно использовать за раз по 10 штук. Просто открываете у себя их в инвентаре перед проточкой и жмете правой кнопкой мышки. А в окне заточки увидите, что дополнительно появились бонусы именно от него. Бонус, конечно, не сильно большой, да и с костюма за почти 2000 рублей выходит всего 23 штуки. Но если вы пересели на другой класс или просто решили сменить комплект внешки, почему бы ее и не разбить? Друзья, делюсь страшной тайной, которая не тайна. Внешки оружия из комплекта наборов раннего доступа тоже прекрасно разбиваются. Так что вперед точиться. Есть, конечно, вероятность, что после такого видоса могут сделать их неразбиваемыми. Ну а-ля как было с возможностью их продавать на аукцион. Так что долго не тяните, сомневаюсь, что вам нужны все 5 типов на каждый класс. А с каждого из них достается по 3 протеста. Поставь лайк, если я помог тебе данным видео. Еще на Корее я не понимал, почему эта функция включается только по ивентам. Пишите в комментариях, почему вы думаете, не включают это на постоянке. Хотя, в принципе, конечно, раз в пару месяцев, как на Корее, должны его добавлять. На этом у меня на сегодня все. Смотрите свежий обзор глобальнейшего обновления для игры, который выйдет на Корее уже совсем скоро. Жмите на аннотацию на экране и по ссылкам в описании к видео. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в паблик ВК и обязательно делитесь этим видео с друзьями. С вас лайк, а с меня новый видос. Всем удачи и увидимся на просторах Black Desert, друзья!